Доброй ночи, ребят. Сегодня 23 марта. И сегодня должна была опороситься чернуха. Но сейчас не о ней. О ней мы поговорим чуть позже. Сейчас у нас сегодня добавилось две супоросных свиноматки. Если можно их так назвать. Вот карликовые курочки снесли за сегодня 7 яиц. Умницы. Вот так, сейчас я их положу, яйца. И мы сходим. Посмотрим на этих красавиц. Куда их положить? Сюда на мешочек положу, потом заберу к инкубатору. Сегодня не получилось у меня заложить яйцо. Были неотложные дела. Нужно было срочно съездить в Балаклею вечером. Пока съездили, пока отвез жену на квартиру, весь вечер закончился. Сейчас уже 9 час, и у меня уже куча пропущенных, но я только поубирал, только всех накормил и решил все-таки вам показать, потому что это очень важно для хронологии событий. Сегодня погуляли две свинки, это Чуня и Пеппа. Я вам их сейчас покажу, но перед тем, как мы к ним сходим, нужно, конечно же, показать вам малышей. Сейчас мы мамкам дадим гусиное яйцо, которое мы достали с инкубатора, неоплод. И тогда сходим до Чуни и Пеппы. Сейчас, вот два. Раз, два. Это брюльки. А это Чуньки. Хочешь яйцо? Хельгочка очень похудела. Но ест она хорошо. Детки очень ровненько растут. Они еще будут жить у меня 10 дней. И пока я дам им яйца. Так, не лезь, Хельгочка, не лезь. Подожди, сейчас дам. Сейчас, секундочку. Не лезь. Она вот мне даже не дает их разбить. Не лезь. Конечно, неудобно, пока я без камеры, то все получается намного быстрее. Не лезь. Не лезь. Ой, прям не лезь. Подожди. Ну ты можешь подождать? Не лезь. Не лезь. Ну не лезь. Гля какая. Если не размешать с кормом, то она просто не лезь. Просто не лезь. То она вот так сейчас просто глотнет яйцо и не съест комбикорма ни грамма. А если вот так размешать, то будет прям отлично. Скорлупу будешь, да? Нет, не хочешь? Или будешь? Нет. Иди вон ешь уже с корыта. Ну что ты там делаешь? Отдай мне ее. Вон, все, ешь с корытом. Все, это мы уберем. Вот видите, так она очень хорошо ест дробленку. Прям очень хорошо, умница. Сейчас дам второй. И покажу вам, мне просили показать тех свинок, которых я буду оставлять. Это Виталька и Веснушка. Сейчас я вам их покажу вблизи. В общем, только так, только разбив им яйцо, и одной, и второй, сделав дробленку такой жижей, только в таком виде они сейчас ее едят. Ну, так как яйца есть, и я буду закладывать яйца в инкубатор еще и завтра. Сегодня у меня не получилось, я вчера говорил, что закладу сегодня, но их нужно мыть, а на это нужно потратить час примерно. Поэтому я сегодня не буду закладывать, закладу завтра. Ну, на самом деле, яиц на данный момент гусиных совершенно немного, поэтому ничего страшного, получится, что на 9-й день закладу. Но это не так-то и долго. И закладу яйцо от карликовых курочек. Вот там уже около 30 штук. И утиное, которого тоже на данный момент мало, около 15. Вы мне написали, что у меня яйцо утиное не оплот из-за того, что я им даю кукурузу. Но я тут даже спорить не буду, потому что кукуруза на самом деле это
совершенно не тот корм, который нужно давать птице, на, ну, которая сейчас содержится, ну, родительскому стаду, от которого собирается яйцо для инкубатора. Но я не планировал до этого дня яйца закладывать. Решил просто попробовать вот такой неоплод. Вы мне говорили, что, конечно, жалко и совершенно печально, но мне совсем не жалко, что там нет зародышей, потому что это, конечно, плохо, но это не то, что, например, зародыши есть, и они получились на выходе задохликами. Ну вот так намного жальче получается, потому что там птенец был, а тут его не было, ну и не надо. Я все равно яйца бью своим свинюшкам, поэтому ничего страшного. Нет зародыша, значит, есть корм для свинок. Свинки на яйцах хоть немножко держатся, потому что они очень-очень сбросили в весе. Вьетнамские свинки небольшие, а по 10 поросят кормить это достаточно много им. Конечно, можно было их еще немножко подержать, чтобы они были крупнее для случки. Но что получилось, то и получилось. Я не скажу, что они поросились в очень маленьком весе. 80 килограмм на вьетнамскую свинку – это прям большой вес. На самом деле, ребят. То, что у них сейчас нет аппетита, они скинули очень сильно. Да, конечно, плохо. Выглядят они не очень. Но только я заберу поросят, они сразу начнут набирать вес. И покрывать я их на пятый день не буду, а покрою, ну, пропустив одну охоту. Получается, где-то через месяц. О боже, печки бьются, эй, гля какие. Так что наберут вес, сейчас главное, чтобы поросята хорошо набирали вес. Ну а сейчас мне нужно вам показать Витальку и Веснушку. Вы мне до сих пор пишете клички для беленькой свинки, но мне очень понравилась кличка Веснушка, я ее так и назвал. Она мне, эта кличка, понравилась прям сразу, то есть только я ее прочитал, и у меня даже не было раздумий по этому поводу. Очень красивая кличка Веснушка. Поэтому белую свинку, которую я себе оставлю, это вот она. Вот эта красавица. Ее зовут Веснушка. Ну и нужно поймать Витальку. Девочки, ну не ругайтесь, не ругайтесь. Мы когда-нибудь с вами помиримся, да? Мои хорошие. Скажи, ты надоел, скажи, надоел. Вот стоит Виталька. А Виталька пошустрее. Мне начали писать, что ее нужно назвать Виталинка. Ай! Но нет, ребят, она Виталька. Ох-ох-ох. Какие разговорчивые. Спряталась. Спряталась Виталька. Ну вот так они выглядят. Виталька немножко поменьше, чем беленькая. Но растет тоже очень хорошо. Смотрите, разница почти 2 месяца. А в весе они реально намного меньше. Вот такая красавица. На. О. Давай, давай. Ух ты какая. Ух, какая разговорчивая девочка. Виталька. Тебя сейчас эти две тумбочки задавят. А когда вы тут сами сидите, вы кажетесь маленькими. Давай, давай, пересажу, давай. Все. Все, все, не ругайся, не ругайся. Прям и дотронуться нельзя. В общем, ушел я от этого скандала.
ребят, ничего с ними не произойдет. Перестаньте мне писать, что ты их нервируешь. Да, конечно, свинки нервничают, но они даже вот так хрокают, когда одна свинка кормит и поросенок какой-то пищит, то они даже без меня нервничают. В общем, кабачок, поздравляю тебя, ты молодчина сегодня, да? Кабачок сегодня покрыл две свинки. Это Чуня и Пеппа. Они, конечно, и сейчас еще в таком неподвижном состоянии. То есть их свинок во время охоты невозможно столкнуть, если толкать их сзади. То есть они такие девки невеселые. Да? Такие стоят и стоят, чтобы их случил кто-нибудь. В общем, сначала я понял, вот видите, она до сих пор уши держит так, как овчарка, вот их видите, и пустил кабачка к ней, он ее покрыл, это было в 12 часов дня, то есть я только приехал, сразу первым делом пришел, первым делом пришел к ней, сюда, потому что они уже гуляют третий день, и на третий день уже прям, они обязаны были стоять. И, в общем, она погуляла сразу. То есть кабачок ее покрыл сразу. И потом смотрю, что я начал выталкивать из загончика эту, а у нее петля вообще не припухла. То есть внешних никаких признаков нету, что она пришла в охоту. Но я ее начал выталкивать, а она уши также наостряет, как и это. Вот смотрите. То есть, и думаю, ладно, один раз сделал одну ссадку на Чуню, пустил Пеппу, и буквально через 5 минут кабачок сделал ссадку и Пеппе, так что в 12 часов они обе погуляли, брось шнурок, это кошмар, вам нужны прям постоянно эти шнурки. И только что, вот буквально 40 минут я здесь стоял вместе с ними, потому что, кабачок повторил, сделал одну ссадку Пеппе сначала, а потом Чуне. Так что по два раза он их покрыл. Еще можно пустить их к нему, его к ним, завтра. Но я посмотрю по их настроению, то есть если они еще будут стоять, то пусть делает ссадку. Когда свой кабан, то это намного лучше. Мне там написали в комментариях, что кто же возьмет поросят от таких маленьких свиней. Вот я хотел еще поговорить по этому поводу. Ребят, это вот начинают сравнивать постоянно вьетнамцев с обычными свиньями. Это так же, как сравнивать перепелок с курами. Ребят, сами подумайте. Перепелки — это такие же курочки, как и куры, но они в 10 раз меньше и несут в 5 раз меньше яйцо, чем куриное. Но их же ж никто не равняет и не говорит, что «Боже, что это за куры, я бы таких не держал». Вьетнамцев можно сравнить с кроликами, но никак не со свиньями большими. Поэтому перестаньте мне писать о том, что они очень мелкие. Вьетнамцы такие должны быть. Почитайте литературу про вьетнамскую породу. Свинка с весом 50 килограмм – это отличный вес. В этой свинке 40 сейчас, в этой около 50. Я их только покрыл, поэтому до опороса это будет килограмм 70, такая же примерно как Чуня, то есть как Хельга и Брунгильда. А это будет еще крупнее, потому что она на данный момент очень крупная. Для вьетнамской 6-месячной свинки она очень крупная. Ко мне вчера подходил мой знакомый, тут живет в Морозовке, и говорит, что у него годовалые свинки весят по 30 килограмм. Вот это плохие вьетнамцы, хотя и это тоже неплохо, то есть для вьетнамских любой вес нормальный, то есть даже 20-килограммовая свинка нормально разродится, но единственная проблема, что поросята будут мелкие, потому что у нее будет мало молока. Но это вьетнамцы, и они такие и есть, ребятки. Перестаньте уже сравнивать их с большими свиньями. Нет смысла сравнивать, потому что я сам ежедневно вижу эту разницу между большими и маленькими. У меня больших больше, чем маленьких. Поэтому, смысл мне о чем-то, по этой теме писать. Я не понимаю. Так что просто порадуйтесь за Чунечку и за Пепочку, что они покрылись. И
Осталось до опороса 114 дней. Совсем чуть-чуть, скажи. Уже мы супоросны. По 6 часов. По 6 часов эти толстухи супоросны. Да, девки? Конечно, они до опороса будут очень пузатые. Мне вы в комментариях писали, что у них телосложение совершенно не такое, как у Хельги и Брунгильды. Так как у этих пузо уже очень большое. И то, что будет до опороса, это прям страшно предположить. Но на самом деле 2 месяца живот расти не будет, будут расти свиньи. Поэтому живот не должен быть прям супер-пупер огромный. Видите, как овчарки ушки держат. Да? Ой, такие, скажи, мы сейчас общительные. Жениха, скажи, нам запускали, да? Вот так. Еще мне написали, кабачок очень маленький. Кабачок не маленький, кабачок худой. И то, что кнур худой, это очень хорошо. Потому что большие тяжелые кнуры часто давят свинок. Ну, то есть свинки не выдерживают больших кнуров и просто падают. И тогда очень сложно покрыть. Кабачку сейчас сколько? Он августовский. Получается 5, и здесь 3. Кабачку почти 8 месяцев, чуть-чуть не хватает. И в нем около 50 килограмм. Если бы он набрал веса и был толстый, как вот эти две толстухи, то в нем бы спокойно было уже килограмм 90. Ну, 80 на крайняк. Поэтому говорит, что кабачок маленький, или вот эти девчули маленькие, или Хельга и Брюля маленькие. Ребят, ну это вьетнамцы, они не должны быть большими. Вот так. Вьетнамцы раньше гуляют, вот этим девкам по 6 месяцев они вот уже покрыты. Те две, которые опоросились, те вообще погуляли в 5,5, так что все нормально. Не переживайте. Да? Что там, жених, да? Жених там. Ой, мои хорошие, хорошие. Вот так, в общем, ждем, ждем поросят. Нет, ждем 3 недели, чтобы зафиксировать супоросность. Только выложил фотографию в сообщество, мне сразу написали, когда же будет пороситься, когда же они будут пороситься. Ну, это очень легко посчитать, а опорос будет примерно, не примерно, ну да, примерно, потому что то не дохаживает, то перехаживает, на 15 июля, ровно середина лета. Вот примерно в тех числах будет опорос у этих двух девчонок. В основном, когда покрываешь кнуром, свинки очень редко перегуливают, если они здоровы. То есть, если у них нет никаких ни заболеваний, ни патологий. То есть, ну, вот смотрите, все мои свинки ни одна не перегуляла. И всегда, вот сколько я не держал свиней, если никаких патологий нету, то свинки не перегуливают. В общем, как всегда наговорил, очень-очень много. Ну как тут не поговорить, если они такие молодцы. Хорошие, хорошие. Ну а сейчас мы сходим к чернухе. А пока, всем пока-пока. Нет, надо 2 раза попрощаться, а то вы скажете, что 1 раз попрощался. Пока-пока, ребят.